22 супружеские пары из разных уголков Ростовской области сегодня получили знак во благо семьи и общества и поздравления от донского губернатора. Почетную награду вручили семьям, чей образец супружеской жизни является эталонным для региона. А годы совместной жизни насчитывают не менее четверти века. Так, супруги Новолоцкие из Белой Калитвы вместе уже 62 года. Поздравления они и все гости торжественной церемонии принимали в преддверии праздника любви и верности. На Дону его собираются отметить уже в 11-й раз. Секреты семейного счастья – любовь. Согласие, взаимопонимание и дети должны быть в каждой семье. Это наше чудо.